Значит, что по поводу этого вопроса? Ну, толковать можно почти что все и в самые разные интерпретации. На мой взгляд, совершенно понятное пожелание, которое обрело форму закона. Если вы получаете деньги из иностранных источников, то логично предположить, что и свою работу вы будете проводить, скорее всего, в интересах именно тех людей, которые вам платят деньги. Так устроен мир. В этой связи, пожалуйста, придите и всего-навсего зарегистрируйтесь в качестве иностранного агента. Ну, простейшая, на мой взгляд, процедура. В чем здесь вообще, может быть, причина недовольства? Ну, для меня не слишком она ясна. Мы ведь никого ни в чем не ограничиваем. Ни в формах, ни в методах ведения деятельности, ни в возможности ведения деятельности как таковой. Просто зарегистрируйтесь. Причем так работают и во многих других странах. В тех же Соединенных Штатах Америки. Вот почему это вызывает такое количество различных домыслов, ну, откровенно сказать, вопрос не ко мне.